Привет, дорогой друг. Извини, что не балуем тебя видео, но если ты хотя бы раз ходил на работу, ты знаешь, что это достаточно сложное и монотонное дело. Вот мы и погрязли в этой жизненной суете, поэтому не успеваем скомпоновать для вас хороший качественный контент, достойный вашего внимания. Но, опять же, поднакопилось множество информации, поэтому сегодня покажем вам всего по чуть-чуть, поэтому включаем отличную музычку и наслаждаемся.
Друзья, историческое событие для российского кастомайзинга. Наконец-то в руки энтузиастов и дилетантов попал настоящий большой токарный ЧПУ станок. А спасибо за это нужно сказать нашему партнеру компании Абомет, которая наравне с нами беспокоится и делает все, что может для развития российской индустрии. Но, друзья, времени очень мало, потому что скоро нас все это задолбает, и мы пойдем торговать китайским шматьем в интернет, либо откроем кафешку и будем торговать фалафелями с капучино. Поэтому берите свои чертежи, в которых диаметр обработки не выходит за 800 мм, а длина детали не превышает 1,100 м, и бегите к нам, и мы что-нибудь попробуем для вас исполнить. Но не обещаю. Нет, это не точно. Еще раз спасибо всем, кто причастен к этому событию. Нам оказана великая честь, и мы постараемся никого не подвести, ни наших партнеров, ни поклонников, ни наших хейтеров. В 2018 году свалим на вас кучу стафа, разных концептов и проектов, чтобы вам было что обсуждать или чем восхищаться и что ненавидеть. Поэтому, ребята, только-только вперед! Проверка микрофона. Мы готовы? Готовы, да? Начнем. Ну что, поздравляю, вот и свершилось, все крутится, вертится, у нас техническая часть практически полностью завершена, сейчас небольшие доделки будут по вилке, и все, весь каркас встанет, и мы вплотную перейдем к отделочным работам. В отделочную работу у нас будут входить всякие там сидения, молдинги, фиголдинги, полировки, покраска и всякая такая хренотень. Вот. А здесь у нас все нормально. В принципе, наша концепция той электрики, которую мы сделали, она работает. Помимо того, что у нас есть обычный контроллер, который управляет всей этой фигней, нам еще нужно завязать туда всякие наши фишечки, типа подъема, опускания, фар и всякого такой вот... истории, вот, поэтому, в принципе, первые шаги, самые такие объемные сделаны, сейчас это все нужно будет привести в божеский вид, да и все, и ребята, и на соленые озера, ушшшшш.